кушай салатик. Чё? Они его на йогурте делают. Соус? Да. А ты привык на майонезе. Поэтому не густой. Да, ты понимаешь, что соус, ну, какой-то как вода. Ну, он должен быть как вода на йогурте. Майонез там будет густой. Вот так. И да. Сама, само тесто. Толстое. Какое-то такое. Оно толстое. Толстое. Я согласен. Оно толстое, но оно какое-то ненасыщенное. Насыщенное чем? Ну, разными ингредиентами. Пшеницей, там, солями, приправами. Приправами. Ты чувствуешь, само тесто, как будто ты бумагу жрешь. Я не знаю, ты, по-моему, выбрал неправильную пиццу. Вот у меня все насыщено. Вот у меня креветочки есть. У тебя есть креветки? Нет. Я все сожру, это понятно. Кто бы сомневался. Но все равно вот Моссенс пиццерия в Гетеборге была самая лучшая. Согласен. Хотя... Ваше здоровье, чуваки. Хотя я на самом деле думал, что раньше самое лучшее было Сонный Гордон. Но после того, как мы последний раз там поели, и еле до дома доехали. Что, продрестались? Ну да, реально. А что там? Хрен его знает. Я вот хочу своего брата пиццей покормить. Но не просто так. Это хорошая идея. Хочу, чтобы он заработал на эту пиццу своими собственными мозгами. Брат, я уже придумал даже как. Твой брат заработал? Я уже придумал даже как. Как? Не буду говорить, потому что рано. Вот. Он заработает на пиццу. Знаю твоего брата много лет. Это интрига. Кстати, я же бросил пить кока-колу. Но сегодня как бы можно. Сегодня особый день. Не особый день. Сегодня суббота. Мы, да. Шалом, ребята. Мы с халтурки. Обращаем внимание на детали. Пассажиры справа по корме. Вот. Сегодня халтурка. Завтра халтурка. Зашлите кто-то донат. Сделайте мне пиццу подешевле, так сказать. Вкусно. Но тесто... Очень даже. Я не знаю, помню. Тесто пустоватое. Мясо какое-то вот непрожаренное. Не жалуйся. Тут от 0 до 10 я даю... 8? Или сколько? 7? Нет. 4 даю. Просто критик. Еще неизвестно, может, я обдрещусь тоже. Нам до дома 200 километров. Да. Не надо. Это, кстати, новый персонаж в моих роликах. Был Максим, да сдох Максим. Прошу, я не персонаж. А кто ты? Я
человек. Человек? Ты пока простолюб, пока. Простолюб, пока. Там посмотрим. То есть у меня есть место для карьерного роста. Смотри, сначала простолюб идет, потом хороший человек, потом капо. То есть я плохой? Нет, ты простолюб. Плохих у нас вообще нету. Потом како, капо, потом канцельери, потом неприкасаемые, а потом я. Я все-таки считаю, что неприкасаемые – это плохая каста. Она вызывает ассоциации с индийскими кастами неприкасаемыми. Мне похеру, я царь. Как сказал, так и будет. Ну, царя всегда можно что? Не шо. Свергнуть. Нельзя. Только через мой труп. Ну вот, и я бы тоже. Маленький переворот. Из-за вас телефон упал. У тебя от напряжения по поводу переворота. Первый раз кока-кол пью за большой промежуток времени. Вкусно. По-прежнему считаю самым вкусным напитком кока-кол. И сколько ты без кока-колы прожил? Ночь? Дней 10, не помню. А чем вызван такой, так сказать, вульгарная мораль не рекомендуют. И сын алкаша. Не рекомендуют они пить кока-колу. А то что? Ну ничего, просто не рекомендую. Кстати, салат у них тоже хероватый, если честно. Он не свежий какой-то. С этим могу согласиться. Не свежий. Салат так вот на троечку, да. Мы, кстати, почти у Стокгольма находимся. Рояль везем. Салат даже такой, с таким привкусом. Говна, сука. А я думаю, мы все-таки обдрищемся после этой пиццы. Главное, чтобы это было дома. Наверное, донаты не работают. Никто ничего не шлет. Пришлите кто-нибудь, пожалуйста, $100. Я сказал волшебное слово. Какое? Пожалуйста. Сука. Сергей, за что я тебя люблю? За что? Ты такой большой, сильный, а все равно вежливый. Угу. Угу. Это редкость. Сука. Лезь говне. Сука. Сегодня купил лего-конструктор Бэтмобиль.
заехали в одну деревеньку, там был магазинчик интересный. Большой. Самый, наверное, лучший магазинчик в этой деревне. Там до хера лего продавалось, классного. Вот я взял Бэтмобильчик. Такой маленький-маленький. В нашем городе их уже не продают, а здесь они остались. Вот я и купил. О! Нет. Что-то не донатят. Я тебе говорил, никто тебе не донатит. Наверное, опять что-то неправильно настроил. Тебе надо курсы пройти. Я взял кебаб-пиццу сегодня. Надо было брать, как у меня. А он взял шалом-пиццу. Сегодня же суббота. Шаббат. Вот он шалом и взял. Там шалом. Правда, херня, что он рояль носил на пятый этаж. Это не считается. В субботу рояль носить на пятый этаж. Ну, мне же надо это для выживания. Значит, можно. О как? Для выживания. Ну а как? Если я работать не буду, мне будет нечего кушать. Если мне будет нечего кушать, я умру. Значит, я должен работать, чтобы не умереть. Ты вот на капитана, ты на капитана Флинта смотри, нашего друга, моего канцельери. Угу. Он за эти деньги, что мы сейчас рояль везли, он даже жопу не оторвет от стула. Ну, как бы, поздравляю. Ну вот. Сколько раз дрочил после того раза в середине апреля? 3 евро пришли, слышишь? Ну да. Крутяк, вообще крутяк. Правда, я не слышал, что он сказал. Может, хотел, чтобы я голову тебе, ну, блин, пиццу тебе на кумпол надел. У тебя кумпол, покажи свой кумпол. Нет, я думал, он хотел, чтобы я твою пиццу тебе одел. Мне так. Короче, на чем я там остановился? На том, что работать не надо. Так вот, мой канцельери, да? Я считаю, что жопа должна работать. Мой канцельери, капитан Флинт. Он вообще мне говорит, когда с ним по телефону разговаривал последний раз, он говорит, а вы что, все еще стреляете? Понимаешь, да? Он что мне ему ответить? Да, стреляем, все еще стреляем. Жизнь – это движение. А ты знаешь, что нет, уже давным-давно никто не стреляет? Бизнес надо делать по-другому. Понял? Блин, ну не все могут делать бизнес. Вот я, например, ущербный, я не могу. Дядя Гес, приятного тебе аппетита, крепкого здоровья и чтоб ты всрался, падла геслянская. Приятного аппетита. Спасибо. Надеюсь, я сделаю парижскую изюминку у него в машине. А кто-то поедет в кузове. Вкусно, вкусно, чуваки. Сергей, ответь мне, как это возможно? Вот ты такой большой. Ага. А еще не съел. А я вот маленький, а все уже съел. Потому что ты жадный. Я не жадный. А я добрый. Я бережливый. А я добрый. Ты все жрешь, 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 сука, скотина, вонючая, скотина вонючая. Даже сейчас шаббат, а ты жрешь, 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 сука, еще пианино и рояли носишь.
Скотина. Неблагодарная. Ты вообще животное, понял? Я пойду водички налью, тебе на голову вылью. Не-не, не надо. Может, он шутку не понял? А может, сейчас меня освежит водичкой, хер его знает. Но пицца реально не очень. Убу! Не боись, солдат ребенка не обидит. Вот когда долго кока-колу не пьешь, а потом начинаешь ее пить, приторная. Вот ты знаешь, да, потому что она приторная. Говорят, вот еду надо есть с водой. Вода как бы удаляет все остальные вкусы. Как бы, ты можешь почувствовать весь вкус пищи, которую ты потребляешь. А когда ты забиваешь ее сахаром. Плохо. Вот когда вино пьешь, рекомендуют водой. Ну, запивать, прочищать, да, все трубы. Я не пью, это вообще без понятия. Вот это вот реально, да, я прочувствовал. Я иногда пил вино. Ты пил вино? Угу. Ну, смотри, чуть-чуть. Ты же говорил, что не пьешь никогда. Чуть-чуть. Ты разрушил мой мир. Ты был, так сказать, как бы образом для подражания. То есть не пьешь, не куришь, спортом занимаешься. Не а сы. Теперь ты говоришь, что ты пьешь. Не сы, еще лет. Я только дегустировал. Я тебе не усатый таракан. Ты выплюнул, да? Что? Ты выплюнул потом, когда... Ну, я не выплюнул, я выпил. Что, я тоже как бы жадный. Не собираюсь хорошие продукты. Это я понимаю, да? Хорошие продукты переводить не собираюсь. Не-не, я не пью. У меня вино непонятно, как это вообще. Ну, невкусно. Кока-кола вкусно, сладко, а вино невкусно. Да. А помнишь, как мы в 90-е с вином провернули комбинацию? Никто даже не впер, что вино было самодельное. Хорошее было. Расскажешь? А помнишь, как ты хотел его толкать всем русским? А я пришел и что тебе сказал? А ты мне говоришь такой, Максим. Давай я, говорит, все вино, которое ты сделаешь, у тебя куплю, а ты больше его никому не продавай. Вот. Я его в бутылке закатал, тебе отвез, сколько там было, несколько ящиков, да? Угу. Вот. А ты? А я его все впарил. И никто даже не понял, по двойной цене. И никто не понял, что вино самодельное. Да. Вот это, ты, вот это мастер-производитель и мастер... Так сказать, купажа и продажи. Спекулянт. Да. 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 Спекулянт. Это звучит гордо. О. Вот реально приторно. Ваше здоровье. О. Приторно, она пипец. Она у тебя зеро. Она без сахара. Все равно вот приторно. Но она из-за зеро. Она слаще чувствуется. Капец просто. Вот что значит... Надо брать оригинальную. Вот что значит это... Отвык. Ой, отвык, да. О. Что-то пережрали. Все, нормально. Печально. Ну что, с нами Бог? Или что? Да, да. Мы что, идем или что? Идем, да. А куда эту посуду девать? Туда надо поставить. За нами вынесут? Я сейчас подносик поднесу, друг. Давай, шестерка, иди принеси поднос. Простолюд Фиглер, что с него взять? Просто мне, просто это, мне камеру надо будет нести, понимаешь? И баночку кока-колы. У всех свои эти самые. У всех свои обязанности. Да, давай простолюд, неси нахер. А сумочку свою не забудешь? Нет, не забуду, опять не забуду. Так, чуваки.
Спасибо за донатики. А мы поехали дальше. Рояли грузить. Вот. Мы поехали дальше. Рояли грузить, чуваки. Ой, как солнечно. О, как классно. Вот. А это? А вон магазин, да? Называется. За доллары. А там, там это, там доллары. Доллары. Доллары, видите? Магазин долларов. Вот. Много долларов по одному. По одному доллару, но много. Люди! Подожди секунду, секундочку. Так, если пукать, то наружу. Подожди, я хочу им показать, что я приобрел. Они же думают, что я, сука, гоню, как всегда. Святая святых. Подожди, не заводи машину. Я не завожу машину. Подожди, не заводи. Не кричи на меня. Смотрите. А? Красиво? Вот в Гетеборге таких нету. А в деревне, проезжали мимо деревни, и я вот такую вот штуку, сука, приобрел. Смотрите. Ну нравится мне такая эстетика, сука, нравится. Подождите, обратно сейчас засуну. Сука, аккуратно своими жирными пальцами, сука! Вот так туда положил наверх. Ну шо, чуваки? Опа! Был Максим! Да сдох Максим! А Максим, тебя не повезет, да? Фух, ладно, чуваки. Благодарю за то, что снизили ценничек на пиццу, что задонатили немножко. Спасибо большое. Чат не читаю, мы сегодня без чатика. В общем, мы едем дальше. Чат!